Вот чего-чего, гостей я у себя дома обожаю собирать. Правда, стульев не хватает, поэтому гости дорогие, которые собираются сегодня ко мне, будьте добры, пожалуйста, захватите стулья. Все, не знаю, как вам сказать, вот говорю через сторис. Вот такие, знаете, которые на рыбалку, на охоту обычно, вот эти раскладные. А еще я с утра наблюдаю ленту своих друзей, они у меня, конечно, лучшие из лучших просто, потому что у них идет готовка полным ходом. При этом они едут в гости ко мне, но готовка почему-то у них. Ой, Наташка Варвина, десерты вкусные привезет. Жанка сегодня рыбу сделает. Не, вот правда, из меня очень классная хозяйка, но в плане того, что вот организация. Вот организовать я умею, сейчас все продукты, все организую. Но готовка нет. Сегодня будет битва скорпионов на кухне просто против стрельца. А, нет, еще Жижана. Короче, сегодня будет Карина, моя мама, два скорпиона. Будут хреначиться на кухне вместе с Жанной и Наташей. Короче, сегодня наблюдайте, будет весело. Много гостей сегодня будет дома. Блин, как классно, а? Хороший день.